Космичане активно помогают бойцам на передовой. Помимо постоянных отправок гуманитарной помощи, косточек от пролежней, окопных свечей, теплых писем с поддержкой и детскими рисунками, граждане изготавливают специальные маскировочные сети. Сейчас мы совместно с родителями и педагогами Дома детского творчества организовали сбор маскировочных сетей для отправки на передовую. Мы, конечно же, окажем посильную помощь. Желаем нашим бойцам вернуться здоровыми, живыми и, конечно же, с победой. Плетение маскировочных сетей – занятие не из простых, утверждает педагог Дома детского творчества Оксана Гаджикулиева. При изготовлении нужно придерживаться специальной схемы с нумерацией. Допустим, сейчас я начинаю 15-14, да? Вот мы закончили 14-13. Вот я начинаю с желтого цвета. У нас желтая ленточка. Вот вы завершили. И начинаем плести вот от данной вот этой нумерации между 14 и 13. Да, вот по схема, конечно, не легкая. Сложная, но мы как-то так разобрались сами. Совсем скоро маскировочная сеть будет готова и отправлена нашим бойцам в зону СВО. Любой желающий и неравнодушный гражданин также может внести свой вклад и принять участие в изготовлении сетей. Также представители Дома детского творчества в ближайшее время планируют поддержать акцию пошива специального нижнего белья для раненых солдат, организованной организацией «Шьем для наших».